Департамент транспорта Самары в своем телеграм-канале сообщает, что в честь Дня города для жителей и гостей Самары проведут бесплатные экскурсии по историческому центру. Они пройдут с 1 по 11 сентября по следующим направлениям. Немецкая сказка, хлеба и зрелищ, обзорная экскурсия «Самары, я люблю тебя», по набережной, за Волгу или на дно. Пешеходные экскурсии «Огни вечерней Самары» или «Самарские сумерки», экскурсия «Самары, дивный град России», а также экскурсия по старой Самаре «Загадай желание». Для участия необходимо выполнить следующие условия: подписаться на группу, адрес которой указан на экране, разместить на своей странице во ВКонтакте пост с любимым самарским парком или сквером с геометкой и хэштегом «Любимая Самара 436. С днем рождения, Самара». Зарегистрироваться на экскурсию. Утренняя зарядка – лучшее начало дня, сообщают в телеграм-канале железнодорожного района Самары. Лето подходит к концу. Еженедельные зарядки для лиц серебряного возраста в поселке имени Шмидта завершаются. Но следующим летом всех желающих снова ждут на тренировке. Администрация Красноглинского района в своем телеграм-канале делится успехами жителей в области садоводства. Ежедневно в рубрике «Красноглинский фокусе» там выкладывают фото растений и цветов, которые вырастили жители района. Как выяснилось, при желании во дворе можно вырастить даже овощи, например, огурцы и помидоры, что и доказали жители 24-го дома по улице Парусной в поселке Прибрежный. Похвастаться урожаем могут все желающие. Для этого нужно прислать фото в предложку телеграм-канала, а также выложить его под любым постом или на своей страничке с хэштегом.